Приветствую вас на канале RedCat. Ну что ж, сейчас начался период охоты, и мы сейчас будем, ребят, получать яйца. Итак, смотрите, The Hunt, у нас появился новый ивентик, в котором мы должны собрать яйца. Первое яйцо, прям видите, спаун. Яйцо белое стоит вот здесь вот. Забираем. Справа вы можете нажимать и сверяться. Так, засчитали, засчитали. Идем дальше, ребят, давайте красненькое заберем. Оно вот здесь спрятано. Проверяем, ребята, получено. Теперь grass. Трава очень хорошо спрятана. Смотрите, вот здесь вот небольшая анимация вот здесь над ним, которая позволяет его найти. И еще два яйца нам осталось, blue and green. Давайте отправимся за ними. Первое яйцо у нас вот здесь вот спрятано. Довольно-таки тоже неплохо. Ну, а второе очень и очень простенько. Сверху его видно. Тут его сильно не прятали. Замечательно, ребята. Забираем 5 яиц, и мы уже выполнили первые задания, можно сказать. Перед тем, как продолжить, ребята, по традиции, давайте я покажу ваши сообщения, которые вы мне писали. Любой, кто хочет попасть в следующее видео, ребята, отправляйте мне какой-то подарок и попадаете в видосик. Сейчас вот читаю, ребят, все перечитываю ваши сообщения. Corrupted Cameraman мне подарил миг Викаму. Ой, спасибо огромное. Теперь, возможно, я вас смогу поменять на нового юнита, которого у меня нету. Класс. Очень много, ребята, вашим писем. Титан Клокмена мне тоже подарили. Жалко, что правда пишет, что он уже покидает игру, поэтому он ему уже не нужен. Но в любом случае спасибо. И огромное количество всяких горшочков мне вы накидали. Давайте их мы их тоже откроем. Вдруг действительно мне повезет. Многие из вас просили открыть прям то, что вы мне отправили. Сейчас открываем. Ну и обратите внимание на мне ожерелье, которое я уже получил в ивенте, правда, за робоксы. Вы его сможете купить после того, как получите 5 бейджев. Я это сделал и его уже, это ожерелье, купил. Ну, окей, ребят, чтобы показать остальные яйца, я тогда покажу запись со стрима, потому что все это делал на стримчике, чтобы не повторяться. Тем более, что там все это уже я находил. Итак, в плазе мы должны получить 5 яиц. Первые 3 довольно-таки легкие, их надо просто найти. 2 секрета, можно сказать. Итак, первое вот такое вот, смотрите, вот. Вот оно. У нас в виде кирпичиков. Я еще на всякий случай водопадик проверяю, потому что тут часто прячет, но там ничего не было. Дальше идем, осматриваем, смотрим, ребята. Тут ничего у нас вроде как нету. Домик осматриваю. С этой стороны ничего, а вот с противоположной у нас яйцо-торговец. Вот здесь оно сидит, видите, это яйцо, и на него прям нужно и нажать. Все, ребята, нажимаю. Отлично. Hello Egg я нашел. И еще одно яйцо находится прям около спавна, недалеко, которое вы можете забрать. Прям около портала, ребят. Вот огромный портал с левой стороны. Вот, вот это яичко забираем. Все, ребята, основные 3 яйца, которые легко было найти, я сделал. Теперь осталось еще 2. Золотое и Man Face Egg. Как получить золотое? Для того, чтобы его получить, вам нужно сделать любой трейд с кем-то, кто находится на сервере. Можете ему просто что-то подарить. Напишите free и там киньте ему какой-нибудь подарочек. После того, как вы это сделаете, вы, по идее, должны получить яйцо. Сейчас, секундочку, смотрим. Да, Golden Egg получено, все замечательно. И последнее, Man Face Egg. Что нужно? Для того, чтобы его получить, ребята, вам необходимо написать 3 раза в чат фразу, которую я, наверное, напишу под этим видео, чтобы вы ее смогли скопировать. Сейчас только трейды мне нужно отключить было. Man Face Man. Man Face Man и Man Face Man. Короче, 3 раза пишите эту фразу и получаете последнее яйцо. Теперь, ребята, нам нужно перейти уже к яйцам, которые спрятаны непосредственно в играх. Ну и да, я забыл сказать, что в Rewards вы должны еще забирать призы, которые получаете за нахождение каждых 5 яиц. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Ну идем дальше, теперь по играм. Идем сначала в пустыню. Вот на эту карту, ребята, по-моему, даже там в любой режим можно идти, но я выбираю режим «Ночной кошмар», потому что, ну, за него больше монеток дадут. Вот. И также, ребята, там нужно еще 10 убить туалетов, поэтому советую вам поставить какого-то юнита начального, чтобы он быстренько поубивал 10 туалетов. И еще там спавнится какое-то глич-яйцо. Я, если честно, его не видел. Но шанс у него 10%, он, я так понимаю, это яйцо спавнится во время
того, как вы стреляете по вот этим вот туалетикам. Ну и вот, собственно, смотрите, уже на второй волне даже было доступно это яйцо, или, по-моему, даже с первой волны оно тут лежало, я его просто не заметил. Так что идете сюда и забираете. Все, ребята, яйцо забрали, можете воспользоваться быстрой командой слэшик лобби с двумя Б, и после чего отправляетесь обратно. Теперь нужно выбрать другую карту, на которой мы тоже будем забирать яйцо, называется Toilet City. Заходите в эту игру и, соответственно, тоже выбираете любую сложность. Мы, опять же таки, выбираем ночной кошмар. Буквально сразу с первой там волны, со второй, яйцо заспавнится. Вон оно, кстати, слева, видите, уже заспавнилось. Там, где туалеты выходят сверху, вон, видите, там яйцо появилось. И, соответственно, сейчас его уже можно пойти и забрать. Подходите, нажимаете, там какой-то чудик еще внутри. А, нет, это просто оно прозрачное. И забираете. Вот таким образом мы забрали с вами еще одно яйцо. Копируем команду лобби и возвращаемся обратно. После чего, ребята, мы сейчас проверим, что мы по итогу получили. Давайте смотреть. Так, Сэнди Глассер. Я получил за 10 киллов и 10% чанс спам Every Wave Glitch Egg. Glitch Egg я не заснял, как я его получил, но, скорее всего, его тоже получить, в принципе, возможно. Так что в любую заходите карту, ставите своих юнитов, и рано или поздно это глич-яйцо вам появится. Последнее яйцо у меня, это было магма-яйцо, оно вон там, видите, на вулкане спавнится в режиме бесконечности. Поэтому все, что вам нужно, это подняться к нему. Не переживайте, лава не убивает, поэтому вы можете спокойно в нее падать. Ну, желательно этого не делать, чтобы быстрее залезть наверх. Так, вот сюда вот карабкаетесь, прыгаете прям на нашу вот эту вот, на наш вулкан, горшочек какой-то вулканический, и нажимаете. Все, ребята, магма яйцо тоже получено, и теперь все, что мне осталось сделать, это вернуться обратно и просто забрать свой приз. Что я, собственно, сейчас и собираюсь делать. Вот, ребята, смотрите, получены абсолютно все яйца у нас с вами, и rewards теперь у нас последние уже есть. Вместе с бейджиком вы еще получаете 5 лаки бустиков на и 5 коинсов бустиков. Вот таким образом, ребята, вы собрали абсолютно все призы в этой игре и получили вместе с ними еще и бейдж. Теперь, ребята, собирайте эти бейджи и получаете за них бесплатные вещи, ну а также там еще есть платные вещи за робаксы, если вы этого захотите. Что ж, ребят, на этом пока все. Смотрите другие видео по ивенту охота. Пока!